только сети. Так вот, уважаемый Дмитрий Анатольевич, я не предлагаю административно ограниченную целостность. Пустые прилавки никому не нужны. Но как вы видите, что может сделать правительство, Государственная Дума, наконец, общество для решения этой проблемы? Потому что прокуратуры и ФАС явно недостаточно. Знаете, я тоже не сторонник административного регулирования цен, но иногда, когда смотришь за тем, как ведут себя отдельные виды предпринимателей в кризисной ситуации, ну, честно говоря, удивляешься тому, насколько это аморальное поведение. Очевидно, что бизнесмен должен думать о прибыли, но не всякая прибыль возможна в нынешних условиях. И вот те самые сверхприбыли, которые возникают в таких условиях, мы просто обязаны принимать во внимание, когда формулируем свои государственные решения. Ну, что я имею в виду? В том числе решения о поддержке и по лекарственной линии, и по регулированию торговой деятельности. В настоящий момент вот в недрах Государственной Думы обсуждается законопроект о изменении к закону о торговле, включая изменение ряда правил, касающихся торговых сетей. Я думаю, что их можно было бы